приходом зимы лондонцы радуются не только выпавшему снегу, но и образовавшимся накатам на дорогах. Вчера в сети появилось видео, на котором Toyota Camry заносит буквально на ровном месте. Сейчас можно даже сказать, что абсолютно все ДТП, которые в городе происходят, это не по халатности водителей, а именно из-за гололеда. То есть там, где можно было избежать аварию, там вывернуть или обрулить как-то, то сейчас этого сделать вообще невозможно. Несмотря на песок, который КГХ тоннами высыпает на дороге, ситуация не меняется. В телеграм-канале Комитета городского хозяйства постоянно об этом рассказывают. Комбинат по благоустройству продолжает устранять последствия прошедшего снегопада. С трех ночи на городские улицы высыпано 400 тонн песка. В общей сложности подсыпали порядка 140 городских дорог. Следующее место нам даже не пришлось искать. Мы отъехали буквально на 200 метров и нашли вот такое вот накатище, я бы сказал. Чтобы вы понимали размеры этой проблемы, смотрите относительно меня. То есть я как бы не маленький, 1,80 м, и тут вот такая вот глыба снега. Мы обратились в КГХ с просьбой убрать накаты. Грейдер у нас работает с 22 часов до 7 утра ежедневно. Днем не работают, чтобы не создавать пробки и аварийную ситуацию на дорогу. Участки, указанные в вашем репортаже, планируется убрать до конца этой недели. Мы проследим за работой. А если и вы знаете места, где КГХ еще не убрались, звоните по номерам, которые вы видите на экране. Кирилл Мешков, Александр Семенов, телекомпания АТВ.